С добрым утром, друзья! И сейчас мы будем пить кофе. Вот такое туманное утро с горячей чашечкой кофе. Наоборот, с чашечкой горячего кофе запуталась. Посмотрите, какой у нас туман. Снега нет. Температура, конечно же, плюсовая. Вот я окошечко открыла. Ну, прохладненько, конечно. И пар от чашечки какой-то такой туманный. Очень подходит к этому утру. А сейчас я вам хочу показать вазочки, которые я сделала. Ну, сложно назвать вазочками, но мне это сооружение очень нравится. Итак, делаем глоточек кофе. Очень славненько. И показываю. На самом деле, я вижу, как красная, но это вишневая ткань. Это вот, вот эту вот розовую ленточку, розовый бантик, я, конечно, заменю на золотистый. Это я вчера сооружала. Получается еще одна такая же. Вот такие две литровые баночки. Два рукава от моего старого халата. Эти бантики я заменю на золотистые и поставлю сюда веточки. И это будет у меня такой... В общем, они радуют мне глаз. Я вообще очень люблю, я говорила, я люблю бархат, особенно люблю вишневый бархат. Не красный, вишневый, вот такой. Но я его вижу сейчас как красным, вижу его красным сейчас, но надеюсь, что все-таки компьютер его передаст в правильном цвете, так часто бывает. И вот тут я чуть-чуть присобрала, и вот такой вот вишневый старый халат своими рукавами сделал мне вот таких две вазочки. Ну, это так, знаете, порадовать глаз, чего-то захотелось, а в общем-то потом уберу, конечно. И еще, это такая, ой, перевернула, это такая утренняя болтовня, ни о чем. И еще, закончились у меня духи от Avon Beautiful Butterfly, короче, красивая бабочка, вот. Все, закончились. Но у меня же есть еще одни такие. И сейчас мы с вами их распечатаем. Так, наверное, чтобы вам не было скучно. Ой, я вам поставлю, ой, вот так. Мигалочку, а я тем временем буду открывать эти духи. Вот. Видно? Так. Открываем.
Извлекаем. Опа. О. Новенький флакончик. И перемещаемся. Вот. Вот. Ушел в отставку. Вот. Король умер, да здравствует король. Очень понравились эти духи. И продолжаю пользоваться. Вот такая небольшая утренняя зарисовка. Пока-пока!